Всем привет, кто смотрит. Сегодня хочу показать. У меня в работе холодильник. Интересный, мне понравился. Размером холодильник Bosch. Ну, я немножко уже распотрошил его. Это No Frost. Я не люблю эту систему. Считаю их вообще недоразумением. Ну, кто не знает, это вентилятор охлаждает, точнее работает как и прочие холодильники, но вентилятором продувается все и стоит система оттайки, которая постоянно барахлит. Ну, в общем, эти подробности, наверное, не нужны. Я обрадовался, думал, легко отделаюсь, когда увидел погрызанный конденсатор. Думал, его, ну вот кто так мог сделать? Крысы какие-то. Думал, сожрали его и замкнуло, да и все. И не пускается. Нет. Сгорела электронная плата. Вот она. И что получается? Есть опция одна. Заменить всю эту электронику на механику. Ну, в нашем климате и то, что молнии частенько бывают. В общем, часто клиенты предпочитают упростить конструкцию. Ну, хозяин барин. Вот я купил запчасти для того, чтобы переделать. Это первый у меня такой опыт, поэтому я с интересом взялся. Значит, сгорел к тому же вентилятор. Не знаю, каким образом. Купил я термостат. Купил, я знаю, как называется по-испански, а вот по-русски. Ну, в общем, темпорисадор, реле оттайки, видимо, так. Вот это основная деталь, это как сердце холодильника No Frost. Биметаль это, в общем, ну, как же шла. Ну, биметал, понятно, да? И вот он, вентилятор. Вот сегодня буду потрошить. И, может быть, сегодня сделаю. Не знаю, включусь потом. Это, наверное, не всем интересно. Я чего хотел сказать. Закрыл. Показать, что я что-то делаю. Как один новоявленный эксперт по Парагваю, как его там, Игорь Макаров, сказал, говорит, что Терлецкий в промежутках между холодильниками и бухлом занимается консультациями по эмиграции. Вроде интеллигентный человек, Бауманку закончил. Наверное, надо ответить. Нет, дурачок, я все совмещаю с бухлом. И холодильники, и консультации, и кондиционеры, и еще много чего успеваю. Ну, посмешил. Интересная группа такая в Фейсбуке. Давай в Парагвай. Ну, в общем, там... Ну, кому интересно, почитают. В общем-то, все, кто там в этой группе, скорее всего, и увидят это видео. Поэтому всем парагвайцам привет. Даже Макарову. Друзьям и недругам. На связи, до следующего видео.